Ребята, всем привет, с вами Александр Мир, Monster Legend, и у нас будет прокачка монстра Бураторга, или Буратгора. Буратгор — это у нас тоже Минотавр, как, собственно говоря, и Минотаурус. Ну, мне кажется, даже у них одинаковая стихия каменная, мне кажется, у них будет даже довольно много общего. Давайте сейчас мы проверим. Так, Буратгор, так. Буратгор, лидер клана зверолюдей, группы чудищ. Вы знаете, была такая игра какая-то. Блин, старая игра такая была. Вивисектор, фу, вспомнил. Я в нее хотел поиграть, но так и не поиграл. Так, наводящий на всех ужас. Они совершают налеты на деревни и буквально купаются в золоте и алмазах. Впрочем, они их не тратят, ведь единственное увлечение зверолюдей — убивать других зверолюдей. То есть они тупо между собой воюют, что ли? А зачем они на деревню нападают? Или деревни не людские, а зверолюдские. Так, и давайте, у него суперудар — это чудовищный вихрь. Короче, наносит всем врагам сильный, особый урон, понятно, не каменный, значит. Затягивает всех противников в зыбучие пески, да, знаем такое, это как кошмары, только зыбучие пески. Так, вызывает у всех противников кровотечение на 3 хода, а зыбучие пески на 4, ничего себе, это двойной дэмэдж, каждый ход круто. И сейчас на него даже буст идет, ребятки, ну давайте его сейчас найдем. Так. Вот так вот он. А, там еще один бычок. А третьего почему здесь нет? А, 151 миллион, Макс, на сюда еще надо этого. Ты в курсе, короче. Еще Минотавра сюда разместить, и будет вообще зачетным. Ого, ничего себе, так он еще и на 3 звезды, блин. Руны. Как видите, он у нас тоже демагер. Две руны на скорость, две руны на силу, одна на скорость. Если у вас руны слабые, то 3 на силу ставьте. Буратор — новый топ демагер стихии камня. Стихии камня, да, вроде как. Или там земли, как он там называется. Естественно, уязвим против мрака. И давайте разбираться, чем этот бычок лучше того бычка, который у нас уже есть, то бишь Минотауруса. Так, сила 35-31, дофига. Это реально выше 3500, то это много. Жизни 30-ка тоже много. Скорость, конечно, слабая. То есть даже не 3400. Но, тем не менее, все отлично. Так, суперка 10%. И давайте смотреть. Так. Что-то там с покрытием удар. В общем, хилка 15 на себя. Рабочая земля. Workground. Прикольно. 40 плюс зыбучие пески. Так. Hornet Punishment. Хорнет — это у нас оса. Короче, понятия не имею, как эти удары переводятся. Там посмотрим в русском варианте. Так, 50 по одному. Ну, мне кажется, вот эти все удары вообще ничего интересного нет. Самое интересное начинается сейчас. Так, Regenerating Fur, Fur, Far, короче. 55 с регенерацией. Так, Applies Regeneration, то, ну, на себя, короче, 55. Ну, такое себе, как для топ-демагера, чуть не очень сильно. Так, дальше. Звериный заряд. Bestial Charge. Так, 50 с параличом и экстра ход нужно брать. Дальше. Pure Rage. Чистая ярость. 70. Думаю, тоже стоит брать. Регенерация. Ну, вот три удара хороших. Давайте дальше смотреть. Так, вот этот удар лучше. То есть вот эта регенерация отбрасывается. Берем вот этот. Healing Flash. Лечащая плоть. 60 по одному с хилом. Так, а ну-ка. А, они разные. Это хил, а то регенерейшн. То есть это в течение 3 ход ты восстанавливаешь себе по 20%, а это за раз восстанавливаешь себе 25%. Так, кровожадный. Bloodthirsty. Что это у нас такой за интересный удар? Экстра ход, тройной урон и ослепление. Однозначно брать. Дальше вот, так, звериный удар, 75 с параличом тоже брать, вот эти два точно берем. Потом вот нужно брать что-то, выбрать из хила, либо вот этот хил, либо вот этот хил. И удар, и вот этот еще. Вот один брать, вот второй брать, вот третий брать, и какой-то из хилов брать. На сайте вот, короче, ML Game ML, где я обычно смотрю удары, их сейчас, этого монстра, кстати, нет, но я вот поискал и нашел вот такой вот сайт прикольный.
mlforall.ru. Ну, такой классный удар. Здесь вообще все в одной таблице. Вот это все сведено. Руны, естественно, это демагер. Есть даже ульта вот тут прописано. И вот то, что нам рекомендуют брать. Регенерация меха. То есть регенерацию. То есть не хил рекомендуют здесь брать. Чистая ярость 70. Звериный заряд. Ну вот с параличом. И чудовищные удары тоже с параличом. Ну, короче, у меня здесь еще есть свои идеи. Так, ну по поводу прокачки, конечно, у меня тут парочка вариантов. Да, есть, можно взять регенерацию меха. С регенерацией, так, чистая ярость, просто 70 удар по себе, или же вместо этого удара взять с дополнительным ходом. Потом звериный заряд, дополнительный ход плюс паралич нужно брать, и чудовищные удары с параличом тоже стоит взять. Ну, а мы, в общем-то, приступаем. Сейчас по ходу будем определяться. Так, первый удар я уже взял, второй удар регенерация меха однозначно берем, мы его оставим. Заряд тоже удар, который нам нужен, он довольно сильный и еще имеет паралич. Вот этот удар спорный, который стоит брать или нет, это кровожадность. Наносит тройной урон, ослепляет себя, дает сам себе один дополнительный ход, требует перезарядки. Вот, конечно, тут бы стоит знать механику, то есть тройной урон, но одновременно и слепота, то есть ты еще и промазать можешь. И вот тут, как говорится, вопрос, что брать? Брать или не брать? Вот в чем вопрос. Тоже вот очень удар, наносит сильный урон. Я думаю, кстати, его стоит взять. Так, может вместо паралича, вместо чистой ярости, может его стоит взять. Разница небольшая, но этот еще исцеляет себя. Пусть будет так. Ну, говорят, два, в принципе, равнозначных удара. Давайте его заменим. Так, а звериная ярость или звериный заряд? Что мне нужно? Удар еще есть один, который должен давать дополнительный ход-то. Вот этот, по идее, он и должен быть. В английском варианте это Bestial Charge. То есть, Charge это заряд, звериный заряд. И 25 энергии, 3 перезарядка. Паралич 50% плюс экстра ход, но это здесь не указано. Вот как бы в чем вопрос. Ну фиг с ним, давайте возьмем его. Это монстр самый сильный damage dealer среди каменных. Даже в группе ВКонтакте было голосование, и он набрал в 3 раза больше очков, чем Dead Wolf. Ну, это, короче, чертовски крутой монстр. Себе хочу такого. Так, надеюсь, с этими экстра ходами я не ошибся, и они действительно будут, иначе... Иначе не так. Ну, здесь удара много, много хороших, так что... Так что сложный был выбор на самом-то деле. Ну, может быть, Макс за кристаллы что-то захочет изменить. Так, ну а мы тогда идем его опробовать. Так, идем в то же подземелье, где мы недавно были. И давайте сейчас будем это все дело пробовать. Так, вот. Ну, я думаю, сейчас у нас будет все очень... быстро и очень больно. Так, итак, что у нас здесь есть? Тройной урон. Ну, давайте сейчас проверим. Плюс 200, минус 50 меткость. И экстра ход. То есть он ходит. Тут не было дописано, но на Monster Wiki это есть. И все-таки экстра ход.
Так, регенерация себе. Ну, давай самого жирного промазал. Бывает. Ой, немножко не то. Так, ну у нас регенерация есть. Минус 5. А урон тоже остался. Давайте попытка номер 2. 52 тысячи. Ну, забавный удар. Так, есть у нас еще один удар. Так, какой удар у меня еще должен там... Экстра ход, заряд, звериный заряд еще должен давать экстра ход. Ну тут вообще-то, блин, ё-моё, классный такой монстр. Блин, надо копить, у меня, кстати, там кристаллов много. Надо его где-то раздобыть. У меня уже за 200 кристаллов накопилось. Погнали дальше. Ну, однозначно ставим лайк этому монстру. Здесь без сомнений. О-о-о-о! Зыбучие пески на 4 хода. И кровотечение на 3 хода. Но они и так умерли все. Так, что-то я даже не успел опробовать его. Идем дальше. Так. Вот, звериный заряд должен нам давать тоже экстра ход. Блин, так сильно бьет. Да, и он дает. И кровожадность тоже нам дает дополнительный ход. Блин, ядреный батон. Еще паралич. Реально, капец, капец, сколько он может раз походить. О, давайте, супер удар от Роркала. Ледником, короче, завалил его. Да это все детский лепет. А почему он превратился в флиплоча? Тысячи, ребята, вот это он дает, при том что у него там, как бы, я думал, Барбатас сильно бьет, но вот эта штука бьет вообще ядрено. Очень классный монстр, и, в принципе, те удары, которые я выбрал, мне тоже очень даже нравятся. Ну, на этом тогда, ребятки, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.